Несмущенка Ребекка Коха с новым рекордом Латвии замкнула десятку сильнейших в мировом первенстве по тяжелой атлетике. И сделала еще один шаг к своей цели – Олимпийским играм, которые пройдут следующим летом в Рио-де-Жанейро. В своей весовой категории до 53 килограммов 17-летняя венсплощанка была самой молодой спортсменкой. В рывке она зафиксировала вес 87 килограммов, и это был 9-й результат, а в толчке она подняла 105 килограммов. В сумме 192 килограмма. Это и есть новый латвийский рекорд. Он мог бы быть и больше, но, к сожалению, спортсменке не удалось до конца выжать во втором упражнении вес 107 килограммов. Стоит отметить постоянно прогрессирующий результат юной спортсменки. Каждый раз на мировых и европейских соревнованиях Ребекка поднимает все больше вес. 2 года подряд Ребекка Коха была признана лучшей спортсменкой Венсплса. И в этом году также претендует на данное звание, конкурируя с Синтой Озолиней и Мадарой Паламейко. Голосование за кандидатов на приз года в спорте продлится до 1 декабря.